Всем приветик! Привет, дорогие подписчики моего канала, а также его зрители. Большое спасибо, что вы заглянули на мой канал. Сегодня я хочу вам показать, напомню, что в ноябре у нас была скраб-встреча. Жалко, что у нас было, конечно же, мало, всего 4 девочки. И у нас был такой небольшой скраб-обменчик, и также были небольшие подарочки для каждой участницы от Настюши. Давайте начнем мы, значит, с подарочка. Первый подарочек, который достался мне от Насти, это вот такие вот 3D-наклеечки на тему дня рождения. Здесь у нас и бутылочки, и тортик, и ваза с сердечками. И попались вот такие вот дропсы, надеюсь, или топсы, надеюсь, я правильно сказала. Очень классная цветовая гамма, мне они прям очень-очень нравятся. Большое-большое спасибо. По скраб-обмену мне достался вот такой вот наборчик от Scrabberies. Название вот прочитайте сами. Тут у нас 12 листов, 12 дизайнов. Я снимаю одной рукой, прошу прощения, если дергается. Давайте быстренько вам покажу. Бумага, я, конечно, ее еще не открывала, я вот буквально смотрю ее вместе с вами. Первый листочек у нас вот такой вот классный, я прям, знаете, девочки, я в восторге. Здесь у нас такое дерево, статуя, лестница, ну прям вообще шикарно-шикарно. Вот такой вот. Бумага плотная, односторонняя. И супер. Тут посмотрите, какие клевые птички на веточке сидят. У меня сейчас фокусируется камера, вот, клево, такой деревянный фон, очень нежная бумага, очень, какая красота, у меня тут еще кот попутно со мной, вон лапу, вообще очень красивая бумажка, я прям в восторге. Не знаете, мне кажется, что она даже плотнее, чем у меня есть наборчики от Scrabberies, то есть это более плотная, мне кажется. Если это на самом деле так, что она сейчас стала более плотная, то Scrabberies, конечно же, растет и растет. Так, ну здесь у нас, конечно же, не написано ничего. Ну вот все дизайны видно. Очень клевая бумага. Мне она безумно-безумно понравилась. И также на встрече я наделала новогодние вырубки. Сделала я две вот таких вот елочки. Я уже все разложила по пакетикам, убрала лишние остаточки. Пакетики у меня различные, от всего, чего можно. Потом вот такой вот рисуночек, не знаю, тут у нас деревья, домик, елочки, очень классно. Для открыточек скоро Новый год, поэтому вот такие вот елочки большие, очень клевенькие. И от них я оставила еще вот такие вот остаточки, вот, то есть вот эти вот у нас... негативы, или как их называют, не могу ошибаться. У меня первая мысль применять их в виде, допустим, капелек, сосулек, тех же самых. Думаю, будет клево. Потом вот такие вот листочки немножечко сделала. Также нам Лариса поделилась тыковками. Клево. Она делала вот таких вот варежек разных. По чуть-чуть, всего по чуть-чуть. Поделала вот таких вот звездочек. Очень ими довольна. Довольна, я честно скажу, всем. Потом вот такие вот веточки. Вот такие вот гирлянда, наверное, с лампами. Вот так вот. Может, видно будет, потому что мне одной рукой неудобно будет доставать. А вот сделала вот всего 4 или 3 даже вот таких вот оленя клевеньких. Надписи «С Новым годом». Тут все по отдельности, то есть ни одна цельная надпись с Новым годом, то есть по 3 слова. Были вот также вот такие вот домики, я сделала тут разные и черные, то есть вот видно, какая цветовая гамма, да, там. То есть сейчас получится вон, там и красные, и оранжевые, и черненькие. То есть такие вот клевенькие домики, тоже клево применять в открытках. У меня как раз таки есть набор бумаги. Новогодние, черное с серебром. Думаю, что эти домики даже на открытках будет классно. Потом вот такие вот елочные игрушки в виде колокольчика и в виде капельки. Или как вот она правильно называется. Вот такой вот план. И последняя вырубка. Это вот такие вот елочки. Здесь елочки разные. Сейчас постараюсь открыть и показать.
То есть тут получается у нас елочки три вида. То есть это у нас вот такая вот елочка с игрушками, вот такая вот елочка в дырочку, так сказать, и вот такая вот елочка. Вот с такими вот приятностями, подарочками и скраповыми вкусностями у меня, точнее, я вернулась со скраб-встречи. Девочки, большое спасибо вам, что мы собрались. Большое спасибо, что дали возможность вырубить новогоднюю вырубку, так как у меня ее нету. Настюш, большое тебе спасибо за подарочки. Спасибо за скраб-обмен, за суперскую бумагу. Всем творческого вдохновения, удачи. Пока-пока. Ваша Аня. И если вам понравилось это видео, поддержите его, пожалуйста, пальчиком вверх.